Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби», вторая часть. Так, сегодня я забираю 5 гранат. Окей. Давай, не жмись. Итого у нас получается сколько их? 49. Не кисло. Так, а здесь 250 монет. Всего-то лишь. Ну, это жидко, на самом деле. 250 монет. Так, а у нас с тобой... Ивент. Побежали. Кстати, мне подписчик написал: Рэй, зайди в игру, там обновление. Пока не знаю, ребят, какое обновление у нас. И, кстати, я хотел спросить, что это у нас такое? Зомбос, что тебе надо? Пришел он. Друзья мои, вы пишете, что в Kingdom Rush Легенда у нас обновление. А какое, вы не пишете. Так, слушай, а что у нас? А где у нас звук? Может быть, я... Подожди секунду. Может быть, я где-то... спецэффекты вырублены. Я и думаю, что-то как-то странно очень. Возвращаемся в игру. Так, тихо. Эти грибы у нас против кого? Естественно, против динозавров. Правильно, отталкиваю их всех. Так, тихо, курочки. Не надо бежать, сломя голову. Блин, мне нужен еще один гриб. На всякий случай. О-о-о-о, сейчас начнут хвостом бомбить. Смотри. Так, ускоряется, ребята. Давай вот так-то одна сделаем с тобой, наверное. Сейчас пойдет веселуха. Сейчас пойдет, друзья мои, веселуха. Обалденно. А это, смотри-ка, как долго, кстати, он зачарованный. Динозаврик-то. Очень долго. И, по ходу дела, мы с тобой прошли. Там Гаргантюаха даже двинуться не может, прикинь. Все, мы его разнесли. Слушай, я с удовольствием пройду еще разочек этот ивент. Мне кажется, он очень крутой. Так, 3 граната. Это у нас груша, да? Имповская бесячая груша и 1000 голды. Так, давайте мне еще разочек попытку. Сегодня? Слушай, я думал, что мы с тобой еще сможем пройти, но не тут-то было. Ну что, я готов. Они, видимо, тоже. Поехали. Да тут все то же самое. Кстати, здесь почему-то уже прибавляются бомжи-попрыгунчики, которые будут прыгать сюда-назад, кстати. Ну, если мы, конечно, их не успеем подбить. Давай. Наяривай. Бомби. Так, где гриб? Вот он, грибок. Шикарненько. Так, ну что, динозаврик пока за нас. Мы поэтому пользуемся моментом. Ну, курицы здесь ничего нам не сделают. Они не успеют здесь добежать. Давай вот сюда еще с тобой. Это же свекла у нас, насколько я могу понимать. Свекла. Так, я не понял, с какого перепуга ты сюда прилетел? Эй, охламонище несчастный. А этот еще ускоряет там, смотри. Ну-ка. Влупляем, конечно же. Без головы прилетел. Чудило. Дайте сюда мне. Жарим их всех. Монетку только заберем. Все, опять у нас этот последний там гаргантюа, который даже двинуться не может. Его яблоки, мортиры мои просто из стана не выпускают. Отлично. Вот почему я и люблю вот эти вот яблочные мортиры, что они станут противника. Ну что, мы прошли? Прошли. Давай награды забирать. Электрический горхострел. 3 граната. И 1000 голды. Окей. Ну давай, все, закрывай уже шарманку эту. Раздудился здесь. Так, ребятушки,
Стоит ли нам в магазин заходить? Опять, наверное, заглючит, да? Здесь забираем. Так, здесь тоже забираем. Есть какое-нибудь у нас хорошее сегодня событие, ребята? Ох, ёлки ты палки, смотри-ка. А чё так дофига, Ивин? Ты посмотри. Слушай, надо будет обязательно сегодня поиграть. Обязательно. Так, здесь я смотрю, у нас проклятая груша, да? Здесь у нас стик-бомб. Ага, рисовый, короче, этот бомбомет. А это у нас бомб-гранат. Так, слушай, ну солидно. Давай, наверное, приступать с тобой к бомб-гранат. Поехали. Хочу получить себе гранат. Хотя он у меня есть, но я имею в виду в плане прокачки. Так, гаргантюшечки, все дела. То есть все по стандарту, да? Окей. Обожаю. На тебе. Так, подожди, не будем пока сейчас выставлять, ребята, да? А она же когда взрывается? Ну-ка. Она при взрыве тоже наносит урон, отлично. Так, гаргантюа идет. Приготовились. Тут еще и шипастая лужайка. Давай ее под ноги ему поставим. Естественно, он ее будет бомбить. Естественно. А ну-ка. Не понял юморка. Ты что за выкрутас еще тут? Ну-ка, давай, взрываем, взрываем их. Йоу, просто, ребята. Трэш начался. Блин, как быть-то? Как быть? Давай сюда. Он бросает, естественно, свою попандополу эту. Так, секундочку. Замечательно. Сюда тоже бомбим. И здесь. Красота-то какая, а? Ты глянь, что мы тут вытворяем. На. Не надо свою попандополу сюда выкидывать мне. Блин, ну зачем? Так, секунду. Опа. Всех их медным тазом накрываем. Всех абсолютно. Сюда. Крутенько. Просто, друзья мои, крутенько. Теперь здесь. Сюда. Куда ты там бежишь? Зомбарик, вот скажи мне, куда ты бежишь? Вечно куда-то он торопится. Ну что, бомбанем? Тихо, финальная волна. Погоди, погоди, погоди со своими финальными волнами-то. Стопарики. На воздушном шарике. Как ты, интересно, здесь прошел-то? Эй-эй-эй-эй, где гранат? Вот он, гранат. И есть контакт. Так, этого сейчас... Блин, что будем делать? А вот так сделаем. И, в принципе, крышка тебе. Уже хотел бросить своего этого осьминога. Все, ребят, прошли. Ну, здесь легко, на самом деле. И вообще, гранат это крутая вещь. Что-то мы с тобой тут заработали. Коллекция семян. Ну, еще не добрали. Так, ну что, мы с тобой продолжаем, да? Где у нас этот ивент? Фига себе, 4 ивента новых. Это хорошо, это меня радует, очень радует. Так, а здесь у нас роботы. Зомби-роботы. Естественно, Цитрон, давай сразу ломайте надгробие фиговые. Так, и Лазербин. Естественно, без него-то никуда тоже. Так, они идут. Давай-ка бумкнем. О, так мы, оказывается, и надгробие уничтожаем вот этой штукой. Это шикарно. Это шикарно, я тебе скажу. Так, секундочку. Вот куда этот паразит бежит, а? Вот скажи мне на милость. Разогнался он. Так, полный разнос. Опять бегуны. Yeah.
отбегали, как говорится, свое, да? Просто посмотри, что тут. Жесть какая-то. Так, мы, наверное, сделаем с тобой следующим образом. Вот так. А, мы пробить их не можем, зато можем сделать вот так. Да? Конечно, можем. Только черепки там отлетают от них. Давай еще, наверное, куда тут поставить, сюда? Шикарно. Так, а здесь этих сносим лазером. Таким вот огромным. И все. Победа за нами. А ты что думал? Эти ребята, конечно, дают, наяривают. Так, у нас 7000 голды. 17000. Так, а мы продолжаем. Поехали. Кто у нас тут? Давай посмотрим, что против меня здесь поставит. Так, ну я понимаю, цветочки эти нужно беречь. Вот они, гаденыши. Поехали. Поставим с тобой минки. А грохострел пускай пока здесь бомбит, да? Именно где вот эти вот надгробия. Они нам просто будут мешать потом. Окей. Блин. Как-то кисло-кисло мы бомбим на самом-то деле. Давай сюда поставим. Надо их побольше здесь ставить. Опа. Шикарно. Вообще найс. Кто там у нас пойдет сейчас? Пока никого не вижу. Не будем пока ничего делать. Пока никаких опасностей у нас здесь не предвидится. Вот так вот. Пускай у нас везде будут с тобой стоять минки. Они уж точно лишними здесь не будут. Хлопнем? Конечно, хлопнем. Только черепица отвалилась. Опа. Десантура, зомби-десантура появилась. Сейчас мы с ними тоже здесь разберемся. Давай вот сюда вот поставим. И вот сюда. И гранат. Найс. Ну, а что ты хотел? Так, а вот это лишнее будет, по-моему, да? Тебе так не кажется? Твою налево. Это перебор. Я имею в виду именно... Блин, я имею в виду вот именно этих... Ай-яй-яй-яй-яй. Ты гляди, что вытворяет. Раздавят сейчас, раздавят, ребята. А если они раздавят, ну интересно, сразу фейлимся? Или нет? Да что я там не могу поставить, я не могу понять. Что там мешает? Ё-моё. Ты глянь, что делают? Ну-ка. Под ноги, правильно, под ноги этим охламонам нужно. Давай еще бомбанем вот сюда вот. Есть. И вот тут вот. По-моему, все. Нет, не все. А вот теперь. Теперь, по-моему, разобрали мы их. Да ёк-макарёк, что ты будешь делать, а? Чё ты там прячешься-то? Стоит там, ныкается. Все, вот теперь все, ребят. Ну что, неплохо, я считаю. Мы их разобрали. Так, слушай, 17 тысяч. Откуда у меня столько финансов-то? Дай-ка я, наверное, прикуплю что-нибудь из растений. Ну, в плане того, что прокачаю по уровню. Ведь у меня есть, да, кого прокачивать. Ну, видишь, тут у нас и перец, и пенек может прокачаться. И вот этот. Ага. Отлично. Слушайте, друзья, что-то слишком... Слишком много как-то у нас, по-моему, идет на прокачку, тебе не кажется? 20 тысяч, ёк-макарёк. Киви. Окей.
Так, что у нас еще? А, вот, ребята, вот мы с вами открываем солнечный помидор. Я его еще могу прокачать. Отлично, до второго уровня он у меня прокачался. Так, что еще тут есть? Блин, вот это у нас новые растения, да? Которые появятся. Только когда они будут? Кто-нибудь знает, когда они появятся в игре? Так, ну давай тебе тогда прокачаем. А, все. Не хватает, друзья мои, финансов. Давай тогда мы заглянем с тобой на наш огородик. Что у нас там творится? Может, кто созрел, может, что посадить надо, нет? Так, забираем. А здесь посадим. Так и так. Ну, в принципе, неплохо. Так, Жужу, будь добра. Вот здесь вот полей. Точнее, пыли. Так, а магазин все, ребят, по-прежнему не работает. Да? И мне не выйти. Теперь придется перезаходить в игру. Так, ну что, друзья, забираем здесь. Непонятно, правда, что мы тут забираем. Так. А-а-а, все, я понял. Это мы с тобой не забираем, это мы с тобой накопили, так сказать, на возможность здесь сыграть. Вот оно что. Понял, хорошо, давай разберемся. Какой-то, как я не знаю, как мини-ивент. Что-то типа того. Что нам, правда, за него дадут, я пока не в курсе. Так, что-то вы слишком тут нагло ползете на меня. Так, курицы нам не помехи. Так, вот этих охламонов мы с собой тоже, в принципе, должны. Я сейчас тут, по-моему, насколько помню, сейчас все заставлю этими камышами электрическими, да? Электрическими горохострелами. Они ничего здесь не смогут против меня сделать. Курицы эти бесполезные, они даже добежать не смогут. Там все в электричестве. И слишком быстро как-то здесь заканчиваются волны. Так, забираем это все. Ну давай, давай, давай. Разобрали? Разобрали. Так, здесь еще вот осталось чуть-чуть. Так, ну что, запускаем. Вот как-то так. Давай сюда. Все, последние зомби у нас испепелились. Ну и мы тут с тобой забираем немножечко монет. Тыщенку еле... Так, ну видишь, квест выполнен. То есть выполнили задание. А что нам за него дают? Непонятно. Просто выполнили и все. Окей. Так, забрать. Три конфетки. Три конфетки забрали. Но мне-то нужно... Да куда же вы дели-то его? Вот он. Продолжаем с тобой бомбить. И хочу получить гранаты. Не просто гранаты, а бомб-гранаты. Ну что, поехали? Ну, блин. Эти грибочки как-то мне не особо, если честно, заходят. Ну, пускай будут. Ага. Идут там, да? Прыщалыги. Далеко не дойдут, как ты понимаешь. Так, эндуриан, пускай здесь постоит у нас. Слушай, вы достали уже. Надели костюмы какие-то идиотские. Угу, вот теперь я понял, для чего. Ага, бесполезно, да? Ему здесь ничего не помогло. Он прикрывается лопатой, но это бесполезно. Так, давай сюда эндуриан еще поставим. Что-то вас тут много. Опа. В пепел, в труху. Всех уничтожим. Всех с тобой уничтожим. Никто не пройдет. Заплевывай, заплевывай. Так, подожди, что-то я слышал. Ой, нет. Как-то так. Как они здесь вообще появились, а? Объясни-ка мне на милость. Ну что, запульнем? Пиратики тут явились, блин, не запылились. Посмотри. Заряжай. Эндуриан сюда поставим один. Опять?
Давай-ка бомбанем, наверное, вот здесь. Четенько. Так, вот наверху их дофига, смотри. Наверху их дофигище просто. И гаргантюаки, я слышу их не топот. Как быть? Давай, наверное, вот сюда за травочку, так сказать, сделаем. Блин, сейчас начнет уничтожать. Эндуриана просто с удара вынес. Готов. И все, получается, ребят. Вот этого зомбика мы с тобой подбили. А, вот же еще стоит. Я его не заметил, он был замороженный, поэтому я подумал, что это какой-то кубик. Но мы с тобой прошли. Остается сколько? Еще два события, по-моему. И все, и ивент у нас этот будет пройден. А, даже последний. Окей. Давай-ка глянем, что у нас там за последнее задание такое будет. Угу. И зомби-фараоны, и зомби у нас роботы. В общем, вся солянка полностью здесь. Так, давай-ка мы, наверное, вот так влупим. Банана, ты бич. Кокосовая пушка. Кокосовая пушка, кокосовая стружка. Давай влуплять. Так, а зачем нам замедляху? Ведь не просто же так дали. Так, прикрываемся. Ну-ка. Хоп-хоп-хоп, банана, естественно, банана. Влупляем сюда и вот сюда. Заморозка. Зачем-то нам здесь... Так, этот мы пока прибережем с тобой, я так понимаю. Иди отсюда, фараон, идет, главное, ко мне тут в наглую. Да блин, господи, вот здесь ты можешь бомбануть? Почему только одного? Давай всех уничтожай. Найс. Так, там у нас роботы, да, я смотрю, идут. Есть контакт. Развалился там. Эй, фараончик, ты куда это идешь? Надо влуплять, ребята. Ох ты! Смотри, что делает. Дай-ка мне срочно банановую бомбу. Запускаем. Что там, роботы? Вот куда ты бежишь, а? Фараон, вот, вот успокойся. Чешет он там. Надо их там гасить. Жги. Ну, я думаю, что шансов у них здесь нету. Давай вот этого еще бомбанем с тобой. Бух. Слушай, ну как-то легко. На самом деле, легкий был ивент. Или мы слишком перекачанные. Не знаю. Но мы, главное, прошли. Теперь я хочу получить свой приз. И где он? Так, погоди, или мы с тобой не прошли все-таки? Нет, все у нас отлично. Три пиньеты, как я вижу. Ну и что нам выпадет? Так, бомб-гранат, 10 штук. Итого у нас 65. Так, дьявольский... Дьявольская груша и 15 яблочных мортир. Оу, рис. Липкий. Все, ребята, да? Прошли. Ну что, давай, наверное, пробежимся с тобой... Так, это электрический... Что там? Не пойму, электрический чай какой-то. Давай, наверное, грушу. Вот эту вот дьявольскую попробуем получить. Хотя почему попробуем, если у нас все должно получиться? Ну что, поехали. Мина. Сюда.
забираем сразу же. Так, попробуем расплодить. А что она делает? Она превращает их, по-моему, в мелких каких-то, да? В мелких бесенков. По-моему, я могу ошибаться, конечно. Сейчас проверим. Так, он ее схомячивает. Да, он в беззащитного какого-то засранца его превращает. Так что все отлично. А, слушай, а если он, например, еще раз съедает, он в кого будет превращаться? Я, например, не помню этого. Слушай, а вот этот охламон, он уже, по-моему, не ест гаргантюах. Понимаешь, в чем проблема? А если я сделаю вот так? Что сделал? Просто всех уничтожил, что ли, или что? А, превратил, он их превратил. Отлично. Давай, 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 превращай их в мелких, в этих засранцев. Давай сюда вот поставим. Сейчас, секундочку, сейчас мы еще сделаем с тобой один вот этот вот выкрутас. Четко. И еще. Ну, вообще козырно, да? Дьявольская груша работает. Просто отрыв мозга. А мне нравится. Так. Давай, наверное, еще разочек. И последний. Вот так вот. Еще выпадает нам усиление. Погоди секундочку, не надо сверху борзеть. Не надо борзеть сверху. А то разогнались уже, смотри-ка. Вот мелкие засранцы, а. Смотри, идут, идут, идут на пролом. Так. Эй. Ну, это понятно, а как же? Ага, все, 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 все. Так, взорвались тут. Ну, типа того, да? Да взорвитесь вы, господи. Чепушил это несчастный, а? Ты посмотри. Хлопнет или нет? Не успеет у меня, наверное, мина здесь, да, появиться? Хотя, ну все, ребят, прошли. Естественно, газонокосилки две заюзались. Слушай, я не понимаю, ну вот как вот квест комплит? Что, сразу же выполнил? Как они могут сами за себя постоять? Вот если, например, нету у меня ничего. Ох ты, еще 2000 голды. Ну, спасибо. Приятный такой подарочек. Ну что, двигаемся дальше. В общем, мы сейчас с этими грушами будем как-то, я не знаю, страдать, если честно. Зомби, да? Бегуны, газетчики. Так, это у нас обычный грохострел. Он у меня не прокачанный. Вообще нисколечко. Да, слабенький, очень слабенький горохострел. А вы мне не дадите больше ничего, кроме них? Похоже, нет. Окей. Нет, дают. Дают, друзья мои. Так, этот будет там хавать? Схомячил, да? Стал мелким. Насколько помню, эту машину нельзя вроде превратить в мелкого гаденыша, поэтому тут надо как-то по-другому действовать. Наверное, вот так. Да, вот так вот можно. Так, вшпариваем. Еще ставим. И вот они, кстати, когда вот такими становятся, да? Мелкими бесенками. Такие беззащитные. Просто разбираются с полтычка. Ну-ка. Нормасик. Бегут, бегут, бегут. Конечно же, как же.
Опа. Давай еще применим. Четенько. Просто найс. Давай здесь. Ну, а наши уже горохострелы, как говорится, их просто-напросто там добивают. И сюда. Так, и последний, наверное. Что-то не пойму. Идут, 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 идут. Сколько их там? Все, это, по-моему, последний. Да, прекрасно. Ну, ты сам все видишь. Второй этап у нас пройден. Остается еще три. Слушай, ну вот это хорошо, когда у них очень много ивентов. Новеньких, свеженьких. Это прикольно. Так, ну мы двигаемся дальше. Опять три пиньеты с тобой сможем здесь заработать. Кстати, надо будет посмотреть, что у нас там на лиге. Я, кстати, перешел с кирпичной, по-моему. Или наоборот, в кирпичную лигу перешел. Мы же были с тобой вообще там в самой заднице, да? По-моему, я сейчас по лиге именно, ну, перешел. Выше рангом стал. Так, этот бомжар, он же сейчас будет прыгать, насколько я помню. Ну да. Пускай идет в обратку. Блин, а вот это вот фигня получается, ребят. Так, он только мешает нам. Допустим. Что там у нас еще идет? Мне уже... А, мне не послышалось. Там действительно, ребята, катапульты. Ну-ка. Окей. Вишня. Замечательно. Так, вон он, этот бомж, ребят. Отлично. Тут главное контрить этого бомжа. Иначе все плохо кончится для нас. Если он перепрыгнет, а он перепрыгивает, гаденыш, а? Все. Он превращается в мелкого, ну и ты сам видел, что там дальше делается. Блин, заюзал все-таки, да? Бомжара все-таки заюзал. Так, вон он, блин. Вон бомж. Да хорош. Бомжа, видишь, где-нибудь бомжа, нет? И я не вижу. А он есть. Только вот где? Пока непонятно. Блин, вон он. Эй! Нафиг, нафиг, надо его чикать. Этот мелкий сейчас съест и, по-моему, пропердится, насколько я помню, да? Окей. На, ешь грушу, мне не жалко. А этих вот так. Хоба. Все. Да, прошли. Эти бомжи, видишь, в чем дело? Они когда прыгают сюда, бомжи-зомби, они съедают вот грушу, например, да? Они же идут туда, превращаются в мелких демонов и идут уже обратно. И вот за счет этого мы и потеряли с тобой газонокосилки. Надо с ними поаккуратнее. Так, ну что у нас тут? Следующий этап. Давай смотреть. Кстати, говорят, что там в Пенни пурсует новый зомби, да? Какой-то у нас на коляске должен появиться. Капуста. Капуста и кукуруза в паре. Аке. Так, слушай. Они с ведрами на голове. Что им тут надо? Защитники, а? Фиговы. Мы же их пробить не можем или можем? Я уже не помню. По-моему, можем. Это вот с зонтиками зомбарихи, это да. Вот с ними-то как раз бесполезно. А тут все нормуль. Просто этому не даем шанса двинуться. Так, вот, вот они как раз и появились тут. Именно про этих зомбарих я тебе и говорил.
Ой-ой-ой-ой. Тут, видишь, тут бесполезно. Тут отрикошечиваются у нас. Блин, давай так сделаем. Во. А вот это что делает? Я не знаю, ребят, что это делает у нас. А, понял. Отравляет их, да? Это же у нас мята, получается. Да, это мята. Ну-ка. Окей. Слушай, а зачем? Блин, зачем я нечаянно, ребят, нажал на электричество? Совсем этого не хотел делать. Ну вот это вот, смотри, 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 идет куда, а? Сейчас схомячит. Схомячило, да? Чего-то у вас тут как-то уж больно много. Давай их превращать, их всех в мелких. Там что еще за клоун у нас, понял? Секундочку, подожди, они... А, не отрикошечивают. Так, давай вот таким вот образом сделаем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотри, просто напролет летит и все сбивает. Готовы. Ничего у них не получилось. То есть мы с тобой выиграли. Так, монетки на базу. Блин, вот сюда вот, конечно, я зря хотел что-то сделать и кликнул как-то нечаянно. Ну что, последний у нас тут забег. И мы получим... А что мы получим? А, ну, конечно же, дьявольскую грушу. Вот они как решили, да? Ладно. То есть теперь сами за себя. Не будет никакой халявки. Правильно, как говорится, размещай, да? Так, ну мне солнце, солнце нужно. Так, давай сюда поставим. Горохострел здесь. Будь. Слушай, а Гаргантюа, по-моему, не ест их. Он просто их будет уничтожать, насколько я помню. Да, он их будет уничтожать. Так. Летит Квазимодыч. Превращается в мелкого. На каждой этой должен быть горохострел у нас стоять. Эй-эй-эй-эй-эй. Давай сюда поставим. Еще одного подсолнышка. Так, мины. Я не понял, что это вы здесь делаете? Идут в наглую, как все дома, а? Смотри. Вот это вот плохо здесь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да что за беда-то такая, а? Ну-ка. Эй, не надо там ничего хавать. Уже хавает, уже довольно идет. Посмотри, 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 что делает. Вот так, золотую монетку даже получили. Так, активируем, да? Тут главное, чтобы у нас в запасе лежали именно вот эти вот, ребят, удобряшки. Если есть удобрение, то все будет хорошо. Если удобрений нету, то все, хана будет нам. И вот это мне не нравится. Не нравится мне, как он идет, а? В наглую просто. Смотри. Ну, на, съешь грушу, говорю, блин. Не хочет он. Не хочет есть все. Съешь хоть одну. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Все, друзья мои, мы уничтожили их всех. Прекрасно. Так, давай деньги. И у нас получается, что последнее, по-моему, событие. Или это и было последнее? Это было последнее. Ну что, забираем с тобой нашу пиньятушку. Три штучки. Смотрим. Так, дьявольская груша. 15 штучек. Она у меня еще и закрыта, ко всему прочему. 5 яблочных мортир. Это получается 190.
и 15 бомб-гранат. Слушай, ну шикарно. И взрывной рис. Или рибкий. Липкий рис? Не, мне кажется, взрывной рис. Так, у нас с тобой получается 1, 2, 3, 4. Раз, два. Еще 4 события, прикинь. Так, сколько дней? 6 дней, да? Тут 7 дней, тут 6. И тут у нас, подожди-ка, а тут вообще 11 дней и 39 дней. Так что мы это успеем пройти. Так, я хочу зайти, знаешь, куда? На арену посмотреть, что там у нас. Как обстоят дела вообще. Так, это мы выходим. Давай-давай, выходим. И смотрим, что у нас здесь. Так, друзья мои, я в Железную Лигу перешел. Был в Кирпичной, перешел в Железную Лигу. Шикарно. Так, мне не хватает совсем чуть-чуть, чтобы получить 30 семян на нашего, на нашу, короче, электрическую лозу. 14 перчаток, офигеть, ребят. Ну что, поехали? Или подожди секундочку, давай-ка мы, наверное, с тобой заглянем вот сюда, в Пенни Пурсуит. Ага. Так, допустим. Вот у нас кто здесь разыгрывается. Слушай-ка, а здесь можно попробовать, ребята, 4 уровня. Как думаешь, справимся? Зомби 4 уровня. Мне кажется, вполне должны справиться. Так, взять нужен перк. А какой тут уже взять-то? Гипноз на зомби. Может быть, вот этого возьмем? Так. Твою же налево. Угу. 8 растений, я так понимаю, не должно у нас погибнуть. Или что-то в этом роде, да? Так, сюда поставим. Пускай они там хомячат, они сейчас должны, по идее, все взорваться. Насколько я помню. Вот так сделаем. Так, а теперь нам боулинг нужен. Боулинг луковицы. Давай-ка вот сюда, наверное, поставим. И в два рядка еще, наверное, закатаем, да, с тобой. Чтобы у нас подсолнухов было в два рядка. Давай-давай, хомячьте, хомячьте там. Отлично, бумкнуло. Мне понравилось. Так, боулинг, луковица пускай здесь стоит. А вот это вот плохо. Щитовод фигов идет, видишь? Газетчик. Ну и куда-то там. Воу-воу-воу, вот он, ребята. А чё? Фига. Эй. Друзья, чё? А чё он такой лютый-то? Я надеюсь, он хоть взорвется, если... Захомячит или не взорвется? Как ты думаешь? Взорвались. Всю. Так, что у нас тут, блин? Вон он опять идет, смотри. Ёк-макарёк. Блин, у меня нету этих, как они называются-то? Так, одну газонокосилку мы с тобой, по-моему, профукали, да? Да не одно, по-моему, все профукали. Офигеть. Ну, самое главное, что я все-таки, друзья, прошел. Как бы я тут, конечно, не старался бы, да? У меня... Ну, не получается. Давай вот так вот посмотрим, может быть. Все-таки эту мы с тобой газонокосилку спасли. Ну что, друзья мои, 5 электрических вот этих вот чудика я получил. А у меня их нету, они не открыты. Так что это круто.
Четвертого уровня опять. Ну, давай посмотрим. Может быть, здесь тоже получится пройти своими силами. Хотя я немножко сомневаюсь. О-о-о, что у нас есть? Вот эта фигня, она хоть вообще помогала? Я что-то ее даже не видел, если честно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, нам на выбор дают. Блин, тут... Что делать-то будем? Давай, наверное, так сделаем. Мортиру возьмем. Не знаю, гипногрипп, наверное, придется взять. Твою налево, а? Может быть, вот так? И вот что еще? Что тут можно еще? Слушай, а мне нельзя брать подсолнухи. Вот что я заметил. Ага. То есть, как хочешь, так и делись. Без подсолнухов, без всего. Перспективка так себе, если честно. Пси. Ну что это? Я не знаю, ребят. Брать орех. Давай вот так вот, наверное, возьмем этого. Вот самый противный кто. Вот этот вот здоровый. Мало то, что его подбить, так еще он мелкого хлыща, который там с бейсбольной битой у него сидит сзади. В рюкзачке, блин. Он тоже такой гаденыш еще, очень сильный, противный. Ну давай вот так, наверное, возьмем еще. Поехали. Пум-пум-пум. Выставить орехи. Ну, орехи можно поставить вот на эти определенные точки, куда их будут смещать. Так, подожди, яблочные мортиры, наверное, надо еще влепить. Сделаем так. Плюс гипногрипп. Я не знаю, две штуки, наверное, поставить. Ну и рис. Все, больше пока ничего не могу, ребята, сделать. Поехали. Что у нас из этого было? Я надеюсь, солнечную энергию мне хотя бы будут давать. А они же еще, блин, тут еще и бафы для них идут. Вот она в чем беда-то. Да хорош, блин, три йети какие-то. Я не могу с ним ничего сделать, прикинь. Ты глянь. О-оу. Солнечная энергия, походу, дела сегодня отменяется, да? Так, вот это вот, я не понимаю, что-то опять на попятную пошли. Что с ними происходит? В тот раз тоже такое же было. А почему мой гипногрипп не работает? Объясни мне, пожалуйста. Почему он не работает здесь? В чем, блин, проблема твою же налево, а? Я не знаю, ребят. Гипногрипп просто здесь бесполезен. Он ничего не делает. А этих целая орда идет, посмотри. Что-то на месте топчется, топчется. Черт знает, что происходит здесь. Гипногрипп просто бесполезно. Просто бесполезно и тупо стоит на месте. Вот в чем обидно. Мы хоть одного с тобой уничтожили или нет? Вот этого механического йети. Что-то мне подсказывает. Ага, вот. При мне только одного сейчас уничтожили. Че ты спрятался-то? А, все, я понял, ребята. Пошла орда. Нет, вы, конечно, меня извините, но и как тут я должен выигрывать? Как? Уходим. Уходим сюда вот. Смотри, что творят. Сейчас, блин, вот здесь сейчас уничтожат. Ай-яй-яй. Ничего нету у нас с тобой, прикинь. Вообще ничего.
Да, трэш. Он сейчас меня уничтожит здесь всех. Да ладно, ты серьезно, что ли? Так, а что мне вот это? Ну, запустил я яблоки, ну и что? И толку никакого абсолютно. Мне не пережить здесь, мне кажется, вот эту всю бадью. Понимаешь? Никак не пережить. Они еще бегут, как сумасшедшие. В общем, друзья, я не знаю, в чем здесь прикол вот именно этого события. Не понимаю. Они идут, 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 потом что-то отходят назад. Почему? Кто мне это объяснить сможет? Так задумано или что с ними не так? Или глючит механических этих йети. В любом случае сейчас будет третья, ой, вторая волна, а потом еще и третья. Они тут пройдут, сейчас просто снесут, если мне вот все мои яблочные мортиры. То все, нафига я, спрашивается, брал вот это все, а? Скажи вот на милость мне. Зачем я это брал? А как они сюда переместились? Они не могли сюда переместиться. Как вы здесь оказались, эй? Сюда нету никакого этого. Так, ладно, подбили, да? Допустим. Курицы их там потихоньку бомбят. Типа. Типа заклевывает. А вон и самый здоровый идет, ребята. И он идет по самой нижней. Да. Все. Сейчас пройдут, ребят. Это, конечно, фигово. Это сейчас своего, если ханурика даже сбросит, он все равно, ребята, здесь пройдет. Да вон этот даже пройдет. В общем, мне непонятно. Что хочешь, делай, я не понимаю, что тут вообще. Чем я здесь должен был справляться с ними? Я, конечно, могу попробовать первого уровня. Вот этого. Слушай, а может быть, они боятся электричества, а? Они же как бы механические, да? Тут показываются вообще какие-нибудь у них. Убить 50 йети. Может, гипноз, блин, взять. Ничего не дают. Ладно, сейчас мы с тобой возьмем тогда вот так. Может быть, действительно они боятся электричества. Фиг его знает. Так, электричество, электричество. Где еще у нас? Камыш. Камыш. Летающих здесь нету. Нету. Да, в принципе, зачем он здесь нужен-то? Я не знаю, вот это вот. А, проверять, смысл проверять, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и что? И что дальше? Да, наверное, и все. Больше тут ничего я сделать не смогу. Это бесполезно брать. Мортиру яблочную, ну давай возьмем. Фиг с ним, пускай будет. Может быть, вот этих вот отталкивать будут их назад. В чем я очень сильно сомневаюсь. Ну давай возьмем вот этот орех. Так а что, я не знаю, что еще тут делать. Что тут выставлять. Что-то эти пустые, у нас здесь никого нету. Поехали, вот так вот я повыставляю. Поможет это как-то или не поможет, без понятия. Здесь сделаем вот так.
И вот этой вот армии, понимаешь ли, мы должны будем с тобой как-то, я не знаю, как-то орудовать. А как? Черт его знает. Ну что, поехали. Let's go. Сейчас будем смотреть. Так, ну электрические, конечно, ребят. Смотри, как они быстро начинают набирать темп. Все этих сразу прожарили, прикинь. Давай, 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 молниями их. А эти-то будто они хоть отталкивают? Ей-ей-ей-ей. А, все-таки. Ну вот смотри. Да ну, друзья, ну, это вот бред. Ну ты посмотри, их сколько там. Ты... Просто трошняк. Просто трэш. Эх, сейчас уничтожил, да, уничтожил. Я даже первый уровень не могу. Ребят, напишите в комментариях, что, в чем здесь приколюха? Почему? Как это все должно работать? Не могу врубиться, вот серьезно тебе говорю, не могу врубиться. Очень интересно. Вот осталось у меня 3 черники. А их сейчас целая армада пойдет. Короче, вот это вот тоже бесполезно. Ну что, смотри, 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 здоровый. Что он там жрет, вот объясни мне. А, орех. Я не пойму. Мне не дано здесь понять, пройти, как это вообще все делается. Даже если мы убили с тобой вот этого гарантию. Эти-то пройдут. Тут ничего у меня нету больше, как ты видишь. А этого-то, вот этого-то что не убили? Трэш. Трэш какой-то, ребят. Можно было бы, конечно, его откинуть назад, потратить деньги. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что я вообще это событие смог бы пройти. Даже как-то обидно, если честно. Так, кукуруза 6 тысяч нужно, да, для прокачки. Тут 20 тысяч, блин, тут ценники, я манал. Ребята, вот 5 тысяч, 10 тысяч. Ну, а ты сколько? Минималка 5 тысяч. Понимаешь, минималка 5 тысяч. Да. Так, ну что, друзья мои, давайте тогда на этой ноте мы закончим. В следующей серии обязательно попробуем пройти еще пару ивентов, и нам надо как-то на ареночке подтягиваться. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам!